Строители «Зенит-арены» победили со счетом 6-2. Сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге состоялся необычный матч. На поле вышли команды компании «Метрострой» и команда субподрядчиков, которые строили «Зенит-арену». Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, заложили в западной части Крестовского острова еще в 2007-м. Его проект корректировали трижды. И вот, наконец, первая игра состоялась.